Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Радми. Сегодня покажу, как же играть в игры без Total. Короче, сейчас покажу вам, как пользоваться DOSBox Turbo. Во-первых, вам нужно зайти вот сюда. Меню, короче. И вы видите здесь настройки. Нажимаем на настройки. И вот вы видите DOSBox Settings. Нажимаете туда. И идете вниз, и вам нужно вот эти XMS Support и MMS Support выключить, а все остальные три включить, но эти нижние не включать. Выходим. И вы нажимаете на три точки вот этих, и нажимаете Hit, и нажимаете OK. Все, отлично. Теперь нажимаете вот сюда. Так. И вот тут у нас снизу есть вот такие вот штуки. Хорошо. И вы можете сделать клавиатуру. Тут у нас показано. Да, тут у нас показана клавиатура. У нас показана клавиатура. Ну, ребят. Еще вам нужен, смотрите. Вам нужен Total Commander. Если честно, то для телефонов это не знаю даже. Я даже не знаю. Я уже тут разбирался. Фото, загрузки, ну, все разбирался. И давайте сейчас я немножечко покопаюсь. И мы продолжим, ребят. Так что пока что пауза. Я понял, короче, ребят, я все понял. Вам нужно скачать плагины вот эти. Нажимаем ОК. Дальше, ребят, вот все написано. Я не буду скачивать, я просто покажу вам, куда сейчас заходить. Total Commander Android, вот здесь я разобрался. Здесь вы можете скачать плагины, вот здесь. Вот. Все вот здесь. Дальше, и кто скачал, выходит. И вот тут заданное пользователем расположение. Тут у вас и все есть. Вот, ребят. Да, у меня тут ничего нету, потому что я ничего не скачивал. И, ну, короче, ничего не скачиваю. Если вы что-то скачиваете, то вот тут недавно. Выбираете диск или Redmi 4X. Вот, недавно. И дальше просто создаете папку. И, ребят, все. И вы можете спокойно играть. Или, не знаю, там что. Я вообще, ну вот, ребят, Undertale. Очень громко. Хотите, ребята, что-то громко. Да. Но, короче, так, давайте выйдем. Можно еще другим способом, но этим способом только на iPad или на планшетах можно. Но и давайте покажу вам версию. Сейчас. Вот DOSBox. Версия, ну... Может вообще любая версия. Ну, например, давайте сейчас. У меня версия 2.2.0. Вот такой у меня. И вот здесь, ага. Ну, вот здесь, если у вас iPad или телефон. Если вы хотите с компьютера, то сейчас нажимайте вот сюда. И тут у вас все показано. Так. И тут у вас все показано. И вы можете... Ну, короче, сами уже разберетесь. Просто я еще не знаю, как с компьютера. Может, и попробую с компьютера, но это потом. Ну, ребят, наверное, я все показал, рассказал. И вот так. Если, ребят, вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки.
и подписывайтесь на канал. Ну, не забывайте, конечно, жать на колокольчик и писать отважный комментарий. Ну что ж, с вами был Радми. До новых встреч, всем пока. Прошу поставить лайк над этим видео, потому что я над этим видео очень старался. И очень прошу поставить лайк и подписаться на канал. Ну а всем пока.